Меня зовут Гузь Михаил, и сегодня я хочу вам рассказать про массаж в Египте. Поделиться своими впечатлениями, как потребитель, как специалист. В общем, рассказать про массаж в Египте. Отдыхаю сейчас в Шарм-эль-Шейхе, в гостинице Монте-Карло. Очень круто, мне нравится. Сначала были смешанные ощущения, но потом здесь очень шикарная природа, очень много зелени, очень круто. И буквально через 3-4 дня отдыха, конечно же, я заскучал за своей работой. Тем более, что и на пляже, и в самой гостинице, и спа, массажи, массажисты привлекают, завлекают. Попробуйте, но я, честно говоря, был скептически тоже настроен по поводу массажа здесь, но решился на 10-минутный халявный массаж. Все-таки заманили меня, затащили. И я таки был приятно удивлен квалификацией массажистов местных. Потом я стал более, скажем так, больше проводить времени в общении с ними. Познакомился с руководителем спа. Оказывается, они работают не только здесь, а по всему Шарм-эль-Шейху, в Кургаде. В общем, если кому-то будет интересно и полезна информация по трудоустройству специалистов в Египте, массажистов, то мы можем вам поспособствовать, помочь, подсказать, трудоустроить, найти место для вашей работы. Зарплаты небольшие, от $400 до там, 1000-1500, но 1000 или 1500 долларов, это уже если у вас очень-очень высокий уровень подготовки. Но тем не менее, если интересно, мы вам поможем. Пишите у нас под видео, оставляйте свои комментарии. Я оставлю телефон, который у меня, на который Viber подписан, чтобы вы могли написать, спросить. В общем, поможем, расскажем, объясним. Но дело не в этом, дело в самом массаже. Так вот, чем больше я с ними общался, тем больше понимал, что обычно на курортах массажи расслабляющие, да? И специалисты, грубо говоря, соответственно, заточены только под это. Но эти парни имеют и медобразование, знают даже, что такое остеохондроз, грыжи, и, в общем, здесь вам не навредят. По поводу цены и расценок на массаже. Нужно, можно торговаться. В общем, как в покере. Получится раскрутить на небольшую сумму, вы сделаете качественный крутой массаж за небольшую сумму. Если вы из Великобритании, Лондона, еще куда-то с Европы, вам сделать за $100. Что бы еще хотел отметить для себя. Для того, чтобы работать и отдыхать, тоже крутое место. Нравится, сейчас и делаю массаж на берегу Красного моря. Класс. Не жарко. Скоро Новый год. Поздравляю, кстати, всех и телезрителей, и наших подписчиков с наступающим Новым годом. Желаю вам всего самого доброго, светлого. Если будут какие-то вопросы или что-то будет интересно, сразу, знаете, когда видео снимаешь, а я вроде бы было много-много разных мыслей, а сейчас улетело все. В общем, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, на все ответим, поможем, подскажем.